Папа, в чем дело? Скажи мне. Твоя бабушка умирает. Она не знает, и ты ей ничего не говори. Родные считают, что так лучше. Чем лучше? В Китае есть пословица. Больные умирают не от рака, а от страха перед ним. Мы полетим в Китай. Свадьба – предлог, чтобы всем с ней повидаться. Я не поеду на свадьбу кузена. Ты не умеешь скрывать чувства. Из-за тебя Най-Най все узнает. Билли, что-то не так? Почему ты молчишь? Мы так давно не собирались все вместе. Я давно ждала этого дня. На, откуси побольше. Может быть, все же сказать Най-Най? Это слишком больно. А вдруг она захочет попрощаться? Ты только омрачишь ей радость праздника. Поближе к нему. Интересно, чем они занимаются без меня в спальне? Может, сказать ей, врать же нехорошо. Это ложь во благо? Так поступают во многих китайских семьях. О чем вы говорите? Он учился в Англии и поэтому знает английский. Вы женаты? Мама. Она умирает. Можешь проявить хоть немного чуткости? Я должна кричать или плакать, как ты? Вы думаете, что жизнь принадлежит человеку? Но между Востоком и Западом есть разница. На Востоке жизнь человека – часть целого – семьи. Я хочу верить, что это к лучшему. В жизни важно не что ты делаешь, а скорее то, как ты это делаешь. Глупышка. Вот так, отлично. Давай еще.